Новенький красный с белым трамвай подкатил к остановке. Наверху, где положено, номер 49. А в нижнем углу слева от водителя другой номер, 25. Очевидно, один из номеров при перемене маршрута забыли с трамвая снять. Люди, толкаясь, лезли в двери, тревожно переспрашивая друг у друга, как он идет. Идет как? По 49-му или по 25-му? Слепой, что ли? Номерочек наверху видал? 49-й. Ничего подобного, это 49-й, но сегодня пустили по 25-му. По просьбе трудящихся. Дайте влезть. Вы 49-й, садитесь? Сажусь. Но не 49-й, а 25-й. Короче, набился полный трамвай тех, кто сел в 49-й, и тех, кто влез в 25-й. Двери захлопнулись, трамвай поехал. Товарищи, кто-нибудь может толком сказать, в каком трамвае я еду? Лично я еду в 49-м. Ага. Посмотрите на нее. Все едут в 25-м, а барышня в 49-м. Я сейчас от смеха умру. Умрете вы позже. Когда приедем на 49-м на кольцо Кузьминки, милая моя, сначала доедете с нами в Мамоново, а вот оттуда на такси за 25 рублей. Жизнь одна на туда два. А вот оттуда на такси за 25 рублей. Рванете к себе в Кузьминки. Да вас еще никто не повезет, оттуда не уезжают. Спросите у вожатого, он-то должен знать, куда едет. Вожатый закрылся, у него орет транзистор, что-то объявляет микрофон, но звука нет. Граждане, друзья, мы же с вами разумные существа. Дама, я вас не имею в виду. Проголосуем. Куда едет большинство, значит, туда поедут все. Кто едет в этом трамвае в Кузьминке, поднимите руки. Так, 55. А есть идиоты, которые думают, что они в этом же трамвае приедут в Мамоново? Тоже 55. Женщина, прекратите истерику, не сморгайте с меня. До моста 49-й и 25-й идут одинаково, там он повернет налево, а я говорю направо. Это ежу понятно. Тут я не вижу здесь ни одного ежа. В отличие от вас, ежи никогда не садятся в трамваи, которые идут по двум маршрутам одновременно. Что значит одновременно? Как можно идти налево и направо одновременно? Или трамвай за мостом разваливается напополам? Дама, кончай реветь. У всех муж дома голодный. У тебя где муж голодает, слева или справа? Слева? Поздравляю, умрет голодным. Послушайте, товарищ, все орут, а вы молчите. Некрасиво. Можно подумать, вы один знаете, куда идет трамвай. Да, я знаю, но вам не скажу. Почему? Вы тогда выброситесь. Вы меня пугаете, куда идет этот трамвай? Между нами он идет по 8-му маршруту. Я дал вожатому 5, он обещал подвезти. Как это по 8-му? Пустите, я выброшусь. Никто не выбросится. Двери заклинило, до кольца никто с живым не выйдет. Дайте водителю по башке, скажите, что это ему от меня. Мы имеем право знать, куда едем. Если дать им по башке, трамвай сойдет с рельсов. Пусть. Лучше зайти с рельсов, чем по рельсам неизвестно куда. Уступили бы место старушке, бугай в кепке, я вам говорю. Это я-то старушка? Да я моложе вас всех вместе взятых. Просто после вчерашнего плохо выгляжу. Видите, может быть, она моложе меня. С какой стати уступать место? К тому же я еду в 49-м, а бабушка в 25-м. Пусть сначала к нам в трамвай пересядет. Слушайте, может быть, это террористы? В каком смысле террористы? Ну, угнали трамвай на нем в Турцию.
С каких это пор 49-й начал ходить в Турцию? Простите, жена просила достать дрожжи. Вы не в курсе, в Турции дрожжи есть? В Турции есть все. Но на 25-м вы туда никогда не доедете. А на 49-м? В это время трамвай выехал на мост. Все замерли. Направо не повернул. Половина пассажиров восторженно взвыла. И налево не повернул. Тут подпрыгнула от радости вторая половина и кинулась целовать первую. Трамвай шел вперед, прямо туда, куда никому не было нужно. Но все были счастливы, потому что справедливость восторжествовала.